Не хватает воздуха во время пробежек? Быстро устаешь во время велопрогулок? Храпишь по ночам и из-за этого не высыпаешься? Best Breeze предлагает решение этих проблем с помощью нового анатомического расширителя ноздрей. Используя этот продукт, можно избежать многих проблем, связанных с дыханием. Новое устройство Best Breeze – это усовершенствованная система, которая путем расширения ноздрей предлагает нам большое количество преимуществ, позволяя свободно дышать носом, решая таким образом проблемы, возникающие во время занятий спортом или во время сна. Best Breeze способствует улучшению дыхания при заболеваниях носа, но также рекомендуется к использованию полностью здоровым людям. В любом случае, все остаются в выигрыше. Использование Best Breeze при занятиях спортом имеет ряд плюсов. Мы получаем большое количество кислорода, затрачивая при этом меньше усилий, и таким образом повышаем нашу производительность. С его помощью можно дышать глубже и реже, одновременно с этим увеличивая время контакта кислорода с кровью при уменьшении затрат энергии на дыхание. С новым расширителем ноздрей Best Breeze также разрешается проблема, возникающая во время отдыха и сна. Очень часто из-за невозможности дышать через нос возникает храп. Мы просыпаемся с болезненным ощущением сухости во рту и в горле со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Не отдохнув как следует ночью, в течение дня мы чувствуем усталость, раздражительность и головную боль. Использование Best Breeze дарит нам крепкий восстанавливающий сон. Правильное дыхание через нос запускает механизмы дезинтоксикации за счет глубокого дыхания. Через фильтры для носа воздух очищается от примесей и приобретает необходимую температуру. Благодаря этим факторам становится возможным полноценный отдых не только для нас, но и для наших близких, которые, безусловно, будут нам очень признательны. Это простое и экономичное устройство изготавливается из медицинских материалов в соответствии со строгими требованиями к качеству и не содержит аллергенных компонентов. Устройство предоставлено тремя размерами для конкретного введения с учетом разной формы носа. Оно незаметное и простое в применении. Может быть использовано до 60 раз. По сравнению с предыдущими моделями были сделаны следующие улучшения. Новая система фиксации, что повышает комфортность и легкость в использовании. Устройство крепится таким образом, чтобы за счет неплотного прилегания между ним и внутренней поверхностью носа проходил воздух. Новый дизайн резьбы на внутренней поверхности цилиндров, что повышает скорость воздушного потока, движущегося по спирали, и эффект от использования изделия в целом. Удлиненная соединительная часть между цилиндрами, что позволяет при желании разместить устройство глубже в носу и повысить его эффективность, а также обеспечить удобное использование для тех, у кого носовые пазухи находятся на расстоянии друг от друга. Best Breeze – практичное, простое и эффективное решение проблем, связанных с дыханием через нос. Best Breeze – анатомический расширитель ноздрей.